О, еще по три. Так. Подожди купаться, давай, вступай в диалог. Ты когда в диалоге, все лучше. Так, выходи на солнце. Ты же загорать пришла. А, нет, говорят, что у меня... Подожди, что-то я прочитала сегодня. На солнце выйди, говорю. Тебя ж не видно. Скудоумие. Скудоумие? О, отлично. В Москве дождь. В Москве дождь? Да. Давай будем это... Шаманить? Нет, мы будем им передавать, отражать солнышко доминиканское. А ты уже отражаешь? Да. Давай, передаю. Кстати, вот в перископе можно показывать сиськи, а на ютубе забанят сразу. Да, тоже интересно, да? Я уже могу сниматься, а то мне... Подожди, нет, еще нельзя его. Мы с тобой, между прочим, не на зоне пляжа. А. Сколько у нас времени? У нас 2:30. А, где такая? Часики остались дома. Шпак, грудь отрастил? Нет, жена отрастила вместо меня грудь. Да, и будет и дальше продолжать отращивать, этот процесс, он неискореним. Сейчас я покажусь, так. Масёк, а ты у меня что будешь делать? Что? Давай пойду я там, не знаю, в бассейне попробую покупаться. В бассейне? Хочу покупаться. А вон, давай, иди спускайся в бассейн, я как раз это... Как прошел день? Как он прошел вяло? Жарко что-то сегодня так, что заниматься не хочется, сегодня сделаем маленький перерывчик. Так. Здесь нельзя без лифчика, да? Нет, здесь нельзя без лифчика. Потом пойдем с тобой на пляж и будем там топлес загорать. Давай. Голос у нее особо нормальный голос. Еще не нравится. Вот такой хороший голосок. Так. Температура у нас в тени 32. На солнышке хрен знает сколько. Привет набережным Чернам. Реагирует на нас нормально. Сибири тоже привет. Собственно, вот так вот. Так. Вот у меня Масек поплыл такой. Дин-дин-дин. Кстати, купили здесь шикарные очки. Стоят они что-то, по-моему, $25. И сидят они шикарно. Да. Так. Привлекаешь народ в перископ. Кстати, когда выходим попозже, почему-то народу гораздо больше. А вот сейчас его мало. У нас в какой-то момент вообще дошло до 900 человек одновременно. И за полчаса посмотрел трансляцию почти 5 человек. Зато вот видео, которое выставили на YouTube, вот такое самое простое, за ночь посмотрело 7000 человек. Вот интересно. Среди привет. Так, мусичочек, давай плавай туда-обратно. Кстати, как водичка? Теплее, чем в океане? Вода горячая. Круто. 35 метров глубина? Да фиг его знает. Я думаю, нет. Сколько градусов у нас? 32 в тени. На солнышке, я думаю, порядка, наверное, 50 градусов. Так что вот так вот. На Ямале тоже жара. В Ямале. Ямало-Ненецкая республика. Где это? Это Доминикана. Что мы сегодня делали? Мы сегодня сняли два видео, как Маська с утра тренируется. Встретились с подписчиками, а потом... А что было потом? Потом делали ответы на вопросы. Завтра будем делать еще одну тренировочку. Привет, Сурава. Что у меня с лицом? Что у меня с лицом? Ничего не вижу, все отражает. Очки, очки зачет, да. Шикарные, прорезиненные, в них ничего не лезет. Вообще шикарно, и видно в них хорошо. Так, Саня, не игнор, передай привет. Если человеку, то не передаем, а если области, стране или городу, то завсегда, пожалуйста. Переезжай навсегда в Доминикану. Это вы меня так любите или так меня не любите? Обязательно переедем в Доминикану, но попозже. Лет через 5 надо все дела закрыть и как-нибудь наладить все. Вот. Сидишь в ВК? Нет, я в ВК не сижу, он у меня включен, там у меня могут быть администраторы, а я время от времени закрыт. Да. Тут все бухают? Так это же бассейн, тут полный бухач. Ты стал женщиной? Нет. Родился с пипенькой, умру с пипенькой, так что успокойтесь. Так, ты туда надолго? Надолго. Еще осталось у нас 13 дней. Так. Пьете алкоголь на отдыхе? Вечером пьем? Ну как пьем? Наверное, в общей сложности грамм 100 рома и пол-литра кока-колы. Вот так вот выходит. Сейчас, Масечек, я пообщаюсь с ней минутка в 5-7. И мы с тобой пойдем в океанчик, пойдем. Как называется отель? By Amber. Здесь нету детей. Сам занимаюсь и снимаюсь. Футболку не сниму, потому что у меня татуировка погорит нахрен. Так, кола вредна? Нормально, кола всемирный дезинфектор. Сейчас Маська, вон выходит Маська, уже кадр на нее, оба. Моя красотулька. Ну пойдем на моречко. А я думаю, что нам ничего никто не пишет пока. Да.
Да. Только попу не показывай. Я выключу ее.